Привет, друзья, меня зовут Игорь Гельвер. Сегодня мы находимся на нашем объекте в Дидеркое. Это гостиница, о которой я рассказывал. И видно за моей спиной уже готовое перекрытие первой части этой гостиницы. Также видно, вон там вот лежат те элементы, которые мы напилили, обработали и собрали в ангаре. Вот, а сейчас сюда перевезли. И мы готовы, наконец-таки, приступить к сборке. Итак, за моей спиной вот они, те элементы, которые мы приготовили в ангаре. Соответственно, у нас вон там отмечено, вот она, отмечены доски, которые у нас пойдут на обвязку, специально отобрали поровнее. Вот здесь у нас угловые элементы, Г-образные, П-образные. Дальше у нас лежат стойки для окон, для дверей, подоконные ригели. То есть все это мы собрали, обработали, и завтра начнем собирать стены. Я думаю, что завтра, послезавтра мы уже снимем новое видео, на котором будут видно готовый каркас. На сегодня это все. До новых встреч!